микрофон. Здравствуйте, товарищи телезрители! Нашу сегодняшнюю передачу мы решили начать с письма. Дорогая редакция, я идиот. Посоветуйте, что мне делать. Ну, тема идиотизма кровно близка многим из нас. И сегодня мы начинаем цикл телепередач «Для вас, идиоты». С вами беседует опытнейший педагог Николай Николаевич Неремембер. Здравствуйте, дорогие идиоты. Включите, пожалуйста, ваши телевизоры. Возьмите стул и сядьте на него сверху. Сегодня я расскажу вам анекдот. Анекдот – это когда смешно. При этом открывают рот и громко смеются. Если вы не поймете анекдот с первого раза, я повторю его. Если вы и тогда не поймете анекдот, я объясню вам его смысл. Те, кто и после этого не поймет анекдот, смогут прослушать нашу передачу еще раз в понедельник в 6 утра. Так, внимание, анекдот. Два человека идут по темной пещере. И вот, один из них падает в яму. «Эй, как ты там?» – кричит другой. «Руки целы?» – «Да». «Ноги целы?» – «Да». «Так, вылазь!» А я еще не упал. Повторяю анекдот. Два человека, два, идут по темной пещере. И вот один из них падает в яму. «Эй, как ты там?» – кричит другой. «Руки целы?» – «Да». «Ноги целы?» – «Да». «Так вылазь! А я еще не упал!» Объясняю анекдот. Когда человек идет по темной пещере, он обычно ничего не видит. И вот этот человек падает в яму. Товарищи, смешное не в этом. Обычно ямы бывают не очень глубокие, и в них падают быстро. А эта яма была очень глубокая, и в нее падает долго. Но товарищ человека, шедшего по темной пещере, он не знал, что яма глубокая. Вот в этом смешное. Я вижу, некоторые товарищи не смеются. Видимо, они еще не совсем поняли смысл анекдота. Они могут посмотреть нашу передачу еще раз. А чтобы вам было легче, я задам вам наводящие вопросы. Куда упал человек, шедший по темной пещере? А была ли яма очень глубокая? Третий вопрос. А знал ли товарищ человека, шедшего по темной пещере, о том, что яма глубокая?
Для любознательных особенно сложный вопрос. А почему второй человек не упал в эту яму? Подсказка. Когда человек падает в яму, он обычно громко кричит, предупреждая криком товарища. Ну что ж, дорогие идиоты, мы ждем ваших писем, рисунков, фотографий. Ставьте нам лайки. До новых встреч на следующих